Всем привет, на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеообзоре я буду тестировать сайт, который принадлежит Народной ассоциации добровольных пожертвований. На этом сайте буквально за 15 минут вы можете, всего лишь заполнив анкету, получить добровольные пожертвования от участников этой ассоциации. Каждый участник, который добровольно согласится перевести вам 500 рублей, поможет вам. Вот сама анкета, которую нужно заполнить. Здесь есть еще отзывы. Ассоциация создана при поддержке независимых коммерческих программ гарантирования выплат. Довольно-таки расплывчатая фраза. То и что это делает, непонятно. Тем более, найти информацию по Народной ассоциации добровольных пожертвований мне не удалось, что говорит о том, что данная ассоциация является вымышленной. Что ж, приму участие в этом всем действии. И нажму «Начать принимать деньги», не заполняя никакую анкету. Осуществляется поиск участника для оказания добровольной помощи мне. Итак, люди нашлись, целых 55 человек. Нажму «Принять деньги». Похоже, принимать деньги нужно целых 55 раз. Это займет некоторое время, поэтому я пока поставлю видео на паузу, приму все деньги и потом возобновлю видео. Я приняла деньги от всех 55 участников, получилась сумма 27,5 тысяч рублей. Теперь нужно указать номер моего благотворительного счета. У меня не открыт счет, и теперь мне нужно его открыть, то есть оплатить эту услугу открытия. И это будет мне стоить 150 рублей. Вот так вот у нуждающегося человека требует деньги, еще ничего ему не выплатив. Нажму «Открыть благотворительный счет». И сразу меня переадресовывает на страницу оплаты от сервиса ePay. Предварительно перед тем, как снимать этот видеообзор, на сервисе ePay я разыскала того автора этого сайта, кому поступят деньги. Им оказался давно известный нам свежак. И если мы посмотрим дополнительные цены к его сайту, то увидим целых 11 дополнительных платежей. И сразу становится понятно, что на этом сайте не выплачивают деньги нуждающимся людям, а наоборот, требуют деньги с этих людей. То есть, начиная со 150 рублей и заканчивая 1200, придется платить все 11 платежей, конечно, если вы додумаетесь это сделать. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, то попадем на сайт Народной ассоциации добровольных пожертвований, и это подтверждает авторство свежака. Сейчас я, дабы протестировать этот сайт, оплачу 150 рублей, и мы с вами посмотрим, будут ли дальше с нас требовать деньги, либо же нам все-таки их выплатят. Пока поставлю опять видео на паузу. Я оплатила открытие благотворительного счета. Сейчас мне его откроют. Счет успешно открыт. Сейчас я переведу средства на личный благотворительный счет. Так, средства на счет переведены. Теперь нужно указать, куда вывести деньги. Для получения выплаты на мои личные реквизиты, указанные ранее, мне нужно объединить свой личный благотворительный счет с моими личными реквизитами. И нужно сделать объединяющие реквизиты платеж в размере 450 рублей. То есть опять оплатить свои собственные денежки, уже сумма крупнее. Но мы знаем, что на этом все не закончится. И даже если заплатим 450 рублей, нужно будет платить еще очень-очень много раз и много-много денег. В итоге это не приведет нас к обещанным 27,5 тысячам рублям через 15 минут. За 15 минут мы можем потратить только своих кучу денег. Нам же здесь никто никакие деньги не выплатит. Поэтому этот сайт я вам категорически не советую. Не стоит на нем что-либо оплачивать. Тем более автор свежак. Это уже доказанный мошенник, уже существует просто десятки наших видеообзоров на его сайте Лохотроны. И сомневаться в его репутации, думаю, уже никто даже не будет. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.